Как красиво оформить уголок для новогодней фотосессии? Предпраздничная пора часто создает у человека позитивное настроение, которое провоцирует на тематическую новогоднюю фотосессию. Сделать ее можно самостоятельно при помощи простых идей для декора помещения своими руками или же записаться в профессиональную студию. К фотографу будет намного красивее, но дороже. Если у вас есть цифровая камера, желание и декоративный материал, вы вполне можете оформить любой домашний уголок под новогоднюю фотозону. Для этого вам пригодится красочная мишура, елочные игрушки, подушки, гирлянды и лампочки, гофрированная бумага, мягкие игрушки, свечи, фонарики и надписи из дерева, на бумаге или стекле, как оформить самостоятельно фон. Если вы уже поставили елку, оформляйте красиво именно этот уголок. Он наилучшим образом подойдет для фотографий. Если елку вы не ставили, тогда подойдет любой свободный фон с минимальным количеством мебели. Если вы фотографируетесь на кресле, разложите на нем подушки, поставьте на пол свечи, на стены развесьте гирлянды. Очень эффектными и красивыми получаются фотографии, сделанные на окне. Во-первых, если на улице нет снега, вы можете украсить стекло разными наклейками, приобретите в магазине. Преимущество этого фона в том, что он дает много света, а значит, скроет всевозможные недостатки внешности. Фотографироваться также можно на ковре, лучше всего подойдет ковер с длинным и пышным ворсом. На ковре можно раскидать мягкие игрушки и упаковки с подарками, поставить на пол и мебель свечи. Идеи для декора – снежинки. Их можно вырезать из обычной белой альбомной бумаги. Для этого достаточно сложить лист в несколько раз и с помощью маникюрных ножниц вырезать тончайшие детали снежинок. Развесьте такие снежинки по стенам, на окнах, на елку положите наполовину. Гирлянды. Их можно сделать из гофрированной бумаги, органзы, цветной дизайнерской бумаги. Вам необходимо вырезать любые новогодние фигурки и насадить их на нитки, олени, снежинки, конфетки и так далее. Бусы. Их следует сделать из новогодних игрушек или мягких фигурок. Просто сшейте их ниткой или подвесьте на ленточках в фотозоне. Идеи для декора фото, идеи и красивые позы для новогодней фотосессии, елки дома для девушки, советы, новогодние образы, фото. Советы, ни в коем случае не прячьтесь за елку. Да, это главный атрибут новогодних праздников, но даже на заднем фоне она будет выглядеть замечательно. Надевать следует ту одежду, что не будет сливаться с елкой и украшениями на ней. Грамотно сделайте макияж, он должен быть не слишком вульгарный, но не блеклый праздничный. Если фотографируетесь в студии, заранее поинтересуйтесь фонами, чтобы подобрать свой гардероб в подобных тонах, такие фотографии смотрятся органично. Фотографироваться можно рядом с елкой, стоя слева или справа от нее. Можно лечь возле елочки, обнимая мягкие игрушки или рассматривая подарки. Не становитесь за елку. Старайтесь максимально вытянуть свою фигуру и выпрямить спину, чтобы выглядеть стройно. Не прячьте лицо за руками, волосами, плечами. Более подробно об удачных позах, примеры, идеи и красивые позы для новогодней фотосессии, елки дома для детей, советы, новогодние образы, фото. Событие Новый год – это один из самых любимых детских праздников. Он часто ассоциируется с весельем, играми в снегу, песнями и танцами. Именно поэтому фотографии с детьми должны быть динамичными. Хорошая идея – фотографировать детей, рассматривающих и раскрывающих новогодние подарки под елкой. Еще один способ сделать красивую фотографию – попросить их обнять или подкинуть мягкую игрушку, например, большого и пушистого медведя. Ребенок или несколько детей могут рассматривать игрушки на елке, вешать их или восхищаться елочкой. Каждый ребенок любит сладости, поэтому предложите малышу облизать пару новогодних карамелек. Идеи для фотосессий, идеи новогодней фотосессии для грудничков, малышей, советы, позы, новогодние образы, фото. Советы, любящие родители обязательно берут на фотосессию грудного ребенка. Конечно же, малыш не так активен, как взрослые дети, и потому фотографировать его немного сложнее, в плане подбора интересных поз. Важно обзавестись заранее или же принести с собой, купить пушистую шкурку, подушки или большие мягкие игрушки, на которые можно положить или посадить ребенка. Если есть маленькая колыбелька, туда можно положить малыша на пушистое или объемное одеяло. Рядом с грудничком разложите тематические игрушки и украшения.
Идеи для фотосессии, идеи и красивые позы для новогодней фотосессии, елки дома для семьи, советы, новогодние образы, фоторешетка-перешетка. Советы. Многие семьи уже имеют хорошую традицию каждый Новый год фотографироваться под елкой. Чтобы фото были интересными, важно выглядеть счастливым, много улыбаться и выражать позитивные эмоции. Все члены семьи на фото должны обниматься или хотя бы касаться друг друга. Красивыми получаются те фото, где каждый член семьи чем-то занят, например, папа читает сказку ребенку, мама наряжает елку, а еще один малыш играется под елкой. Очень насыщенными и красивыми получаются те фотографии, где каждый член семьи одет в одинаковую одежду, например, все имеют вязаные свитера одного цвета и со схожими узорами. Идеи для фото, идеи и красивые позы для новогодней фотосессии, елки дома для влюбленной пары, советы, новогодние образы, фото. Советы. Влюбленная пара на фотографиях должна выражать две эмоции – любовь и нежность. Паре необходимо либо вместе наряжать елку, либо читать книгу в кресле возле елки, либо лежать и дурачиться на ковре. Очень эффектными получаются фото, сделанные на свежем воздухе, особенно если на улице есть снег. Позаботьтесь заранее о том, чтобы прийти на фотосессию в одинаковом гардеробе, к примеру, схожего цвета или рисунка. Идеи для фото, идеи новогодней фотосессии для подруг, советы позы, новогодние образы, фото. Советы. Такие фотографии должны максимально отображать позитив и веселье, тепло дружбы. Можно вместе распечатывать или вручать друг другу подарки. Не лишним будет принести на фотосессию бутылку шампанского, открыть его и распить из красивых бокалов рядом с елкой. Можно наряжать вместе елку, аккуратно развешивая и рассматривая игрушки. Девушкам следует тщательно подготовиться к фотосессии, подобрав самое эффектное, яркое и нарядное платье, сделав прическу и макияж. Идеи для фото, идеи новогодней фотосессии в вечерних нарядах, советы позы, новогодние образы, фото. Советы. Самый лучший образ для женщины в новогоднюю ночь – вечерний. Подберите максимально эффектное броское платье с блестками, вышивками, пэтками, стразами. Обязательно сделайте укладку и профессиональный макияж, добавив даже такие мелкие детали, как длинные ресницы и красивые ногти. Попросите фотографа, чтобы он запечатлел вас во весь рост и обязательно сделал портретное фото. На фотосессию наденьте эффектные украшения и бижутерию, они будут, кстати, и добавят образу нарядности и идеи для фото, как красиво. Сфотографироваться на Новый год на улице, идеи, варианты новогодней фотосессии для девушек, пары, детей, семьи, позы. Советы. Очень красивыми будут фото, сделанные в лесу, где есть обилие хвойных деревьев. Даже если елок нет, вы можете сфотографироваться в снегу, кидаясь снежками или создавая снеговика. Можно также взять на фотосессию санки, чтобы катать на них детей или съезжать с горки. Интересными получаются фото на снегу в варежках и шапках, желательно ярких, с пледами, с чашечками какао, зимний пикник. Как красиво сфотографироваться на Новый год на природе, идеи, варианты новогодней фотосессии для девушек, пары, детей, семьи, позы. Где можно сфотографироваться, в лесу, где есть обилие хвойных деревьев, в городе на фоне новогодних витрин и вывесок. Кафе с новогодней тематикой в отеле, в номере, украсив его в новогоднем стиле на лавочке, в арке, в вечернее время суток. Возле дома, напевая колядки идеи, для фото, новогодняя фотосессия с Дедом Морозом идей, варианты новогодней фотосессии. Для девушек, пары, детей, семьи, позы. Советы, фотография с Дедом Морозом должна быть у каждого этого героя и символа Нового года, вы можете застать в торговом центре. Или специально нанять в студии аниматоров. Кроме того, вы всегда можете приобрести лично для себя наряд Деда Мороза и надеть его на любого члена семьи. Фотографироваться с Дедом Морозом можно, сидя под елкой, считая книжки, принимая подарки, рассказывая стишки, распевая песенки, наряжая елку. Идеи для фото, новогодняя фотосессия с гирляндой, идеи, варианты новогодней фотосессии, позы. Советы. Семейные фото должны быть максимально теплыми, а значит, вам необходимо выражать любовь всем своим членам семьи, обнимать, целовать их, касаться их. Не лишним будет и имитация самого Нового года, а именно, открытие бутылки шампанского и разлитие его по бокалам. Старайтесь подбирать наряды так, чтобы одежда скрывала недостатки и открывала достоинства. Если вы фотографируетесь без обуви, скрывайте ноги за предметами интерьера.
Не забывайте выпрямлять спину и расправлять плечи, чтобы выглядеть стройно и подтянуто. Идеи и позы, как красиво сфотографироваться на Новый год в студии, идеи, варианты новогодней фотосессии, позы. Советы, фото полный рост обязательно должно запечатлеть ваш наряд, включая обувь, поэтому постарайтесь надеть самые эффектные туфли. Портретное фото сможет запечатлеть даже мельчайшие детали вашего макияжа и украшений. Важно постараться отобразить максимально реалистичные и свойственные вам эмоции для фото, радость, удивление, восторг, в чем лучше. Фотографироваться на новогодней фотосессии. Советы пары: семьи могут заранее заказать одинаковые свитера и в них фотографироваться. Можно также подобрать разнообразную одежду, но в одинаковом цвете. Женщины могут нарядиться в эффектное вечернее платье в половину. Для детей возьмите на фотосессию сразу несколько нарядов и меняйте их, в зависимости от фона и декораций.